архитектура и строительство в Германии. В 70-х годах прошлого столетия Германия попробовала строительство высотных жилых домов и получила негативный опыт. Люди, как показали исследования, испытывали большое напряжение, живя в высотных домах, и распространено было такое заболевание, как депрессии. Конфликты участились среди людей, среди соседей. И это исследование привело немцев к заключению, что лучше всего строить дома от 2 до 4 этажей, что сейчас и происходит в Германии. Без лифта, ближе к земле. И тогда люди не испытывают такого напряжения, как социального, так и физического. Но такие большие здания 70-х годов, они существуют в каждом крупном городе Германии.